Здравствуйте, подписчики и гости нашего канала. Сегодня 25 марта 2024 года. Мы в Каратаево на рыбалку. Но, как видите, мы здесь не одни. Ну, мы и предполагали. Сегодня вообще, в принципе, понедельник, и могла бы хоть часть людей пойти на работу поработать. Но один к одному. Посчастливится ли нам где-нибудь сегодня встать? Ну, будем смотреть. Я буду вам рассказывать. Пока только сама в ужасе, сколько людей. Так, друзья, место мы нашли довольно-таки очень быстро. От того места, где мы впервые рыбачили, получается, ну, правее. Вот так. Но дело в том, что если на прошлом нашей рыбалке воды было очень-очень мало, вы видели, как мы по грязи тянули эту бедную рыбу, то сейчас наоборот, воды очень много. Вот. Даже вот берег залит водой. Я не знаю, докуда здесь надо будет добрасывать. Обязательно нужно забродные сапоги одевать Васильевичу, потому что к воде не подойдешь. А если мне с подсаком, то, наверное, нужны тоже будут сапоги. Ну, короче, будем пробовать. Пока радует то, что место нашлось. Не надо никуда ехать, потому что и на том берегу много людей. Около моста так вообще вы видели, что творится. Ну, а вы оставайтесь с нами. Рыбалка начинается. Рыбалки быть. Рыба клюет. Прямо и сейчас при нас мы шли по берегу. Здесь тоже есть вот рыбаки. Вот. И у всех садки уже в воде, несмотря на то, что время только 8 часов. То есть рыба есть. Так, граблей у нас нет. Граблей, да, правильно. Но надо дорогу рыбе расчистить хоть как-то. Поэтому Васильевич взял на себя такую роль. Видите, вода до самого берега. Казалось бы, уже трава. А мусора, конечно, тоже. Ай-яй-яй. А грабли, наверное, все-таки купить надо. Мы купили в прошлом году эту куриную лапку, как я называю. Но здесь бы она справилась, не справилась. Но мы ее тоже дома еще забыли. То есть к сезону не совсем полностью подготовились. А рыбка клюет у соседей прямо хорошо. На том берегу тоже хотела показать, но не успела. Ребята прямо вручную камыш выломали. То есть места нет. Подготовили себе место. А что делать? Делать нечего. Короче, вот так. Пока развлекаемся утренней гимнастикой. Первую прозевала, когда Васильевич закинул. Ну, будем говорить, второй пошел. Поклевку долго ждать не пришлось. Как раз на втором спиннинге. Ну, сход. Так, друзья, 9:30. Конечно, дорога на берег. Но с третьей попытки мы взяли его. Небольшой, но едовой. И вторая клюет, пошла я вытаскивать. Васильевич показывает, что надо тянуть. Так, друзья, очередная поклевка. Но хочу что рассказать немного. Где-то впереди прямо огромный зацеп, не знаем за что. Уже две снасти отставили там вывести. И опять что-то какое-то не очень удачное место. Так, еще одна поклевочка. Вроде как рыбка идет, но сможем ли мы ее вывести? Вот опять зацеп. Ну что это такое? Нет, что-то идет.
Я даже не дышу. Слава Богу. Взяли. Слава Богу. Есть. Так, друзья, что снимаю, что не снимаю, где помогаю. Вот опять через камыши. Ага, иду. Иду помогать. Все. Сквозь дебри удалось нам взять. Смотрим. Ветерок поддувает. Рыбка клюет. Помогать? Справился. Ну, сегодня довольно-таки тепло. Правда, ветерок, но 18,6 показывает. Ну, на солнышке. Солнышко есть. Мы на солнышке сидим, поэтому абсолютно не холодно. Так, время, час дня. Мы уже перекусили чуть-чуть. К обеду рыба менее активно клюет, но еще клюет. С утра, потому что звенело прямо на весь берег, у всех, каждого по несколько колокольчиков. Ну, хорошенький, это даже лучше, чем предыдущий был. Такой. Большенький. Это да, этот уже получше. Так, смотрим. Что-то. Что-то где-то. Да, ну камыши, конечно, это что-то. Но мы справляемся. Научились. Сначала не получалось, обрывалось. А здесь... прорвался. Есть. Есть. Мал-помалу поклевывает. Ребята, которые вчера приехали, вот слева у нас, они ночевали здесь. Они говорят, половина четвертого они приехали, прямо хороший был клюв. Сейчас приблизительно, прямо маленькие, днем прямо мелочь-мелочная была. Это прямо кабанчики такие идут. Наверное, не будем спешить уезжать. Вечернюю зорьку отбудем. Так, друзья, вот отчет сегодняшней рыбалки в Каратаево. Да, ой, она прыгает, но все равно ее видно. Я фото сделала. 20 штучек. Прямо вот, ой, ушел совсем хороший. Не хочет. Прямо в руках у моих. Видите, какой лапоть, который поменьше, поспокойнее себя ведут. Поэтому сегодня мы рыбалкой довольны. Всем спасибо за ваши просмотры, за лайки, за комментарии. Подписывайтесь, жмите на колокольчики. Всем пока-пока. А, еще хочу сказать, время, да, 5 часов по Москве. Мы уже практически сложили удочки. Но мы завтра с раннего утра нам обещали придержать наши места. Ребята ночевать будут здесь. За что им огромное спасибо. Вот. И мы завтра с утра встречаемся с вами здесь, на том же месте, в тот же час. Всем пока-пока.